Добро пожаловать в Rocket League. Ну что ж, я наконец-таки пришел к тому, чтобы наконец поменять. Поменял я сегодня камеру. Вот настройки камеры, которые я поставил для себя. Дело в том, что я уже просто понял, что не получится мне с моей орлиной камеры, как я делал раньше, спокойно брать чемпиона. Уже совершенно другие игроки, нужно подстраиваться под геймплей, либо не играть в игру. Тут, по сути, два выхода. Как вы поняли, я выбрал подстраиваться под игру, то есть постепенно что-то улучшать. И огромное вам, правда, спасибо, ребят, за то, что поддерживаете меня под роликами, потому что Rocket League, в принципе, не особо популярна у меня на канале, но все равно есть преданная аудитория, которая смотрит. Спасибо реально вам огромное. И я думаю, что мы начнем пока что с камеры, а постепенно я уже буду менять и бинды, потому что у меня бинды не особо удобны. При этом я увидел еще один видос про киберспортсмена, его зовут Зен, и он нашел очень необычную механику в Rocket League. Я обязательно расскажу вам про это в следующем ролике. Но я постараюсь импруваться, поднимать скилл, и буду рад, если вы пройдете этот путь вместе со мной, путь, так сказать, повышения скилла. Буду учить всякие механики и улучшаться. А я желаю вам приятного просмотра. Ехала. Ну что ж, первая катка за день. Я еще пока что до сих пор полностью не привык к камере. Я надеюсь, что это будет как можно скорее. И я думаю, что обучаться всяким механикам я буду уже, наверное, когда поменяю бинды. Потому что, как минимум, я не использую air roll. То есть у меня нету бинда на air roll. И как раз таки про вот ту необычную механику, про которую я сказал в начале ролика, она как раз таки связана с air roll'ом. Она просто тесно связана с названием air roll. Так, сейчас, подожди. Вот так можно. Бля. Ну, можно было поровнее, на самом деле. Было бы все чики-пуки. Да ё-моё, подожди. Аккуратно. Блять. Нормально, 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 нормально. Сейчас отсюда попробуем. Надо нитро только аккуратно взять. Да ладно, он бьет. Блять, я просто... Из-за того, что понимаете, я пока что не понимаю... Где находится у меня машина, где находится мяч, потому что непривычная для меня камера. Она, видите, она слишком динамичная и много информации я просто не вижу, банально. Тихо, блядь. Да иди ты нахуй. Тише. Блядь, я думал, я успел. По пингу я должен был успеть. Кстати, почему музыка не играет? Потому что музыка должна быть. Ау. А, ну ладно. Сделаем тогда вот так. Поехали. Где музыка должна быть? А музыки нету в игре. Так, отлично. У меня с кикофом очень сильно повезло просто. Но это хорошо, хотя бы мы сравняли 1-1. Потому что тот гол... О, пакет-трекет. Нахуй. Мой трек. Ну, это не я записал. Один из таких любимых. Найс, хорошо, очень хорошо киков пошел. Это с учетом того, что я спецклип пока еще не научил. Но я пытался, на самом деле, его поучить. Я такой понял, что я лучше возьму... Обучаться ему буду чуть попозже, когда бинды будут другие. Потому что у меня, чтобы вы понимали, у меня сейчас вот буст. Вот просто представьте, на какую кнопку у меня буст. Лайкну комментарий, кто первый напишет правильный ответ. Вот. Кто напишет, молодец. А мне кажется, даже некоторые олды знают, на какую кнопку у меня буст. Блять, нет, сука. Да, опять же, очень тяжело мне пока что привыкнуть к новой камере. Я буквально матчей 7 назад, 7-6 поставил. Мне кажется, матчей 20 мне точно нужно отыграть, чтобы я хотя бы чуть-чуть к ней уже привык. Потому что мне даже банально дриблить очень тяжело на ней. Я дриблить вообще не могу на этой камере, потому что я привык к другой, в которой у меня есть информация. Блять, я думал, что я как-то долечу, но нихуя. Зато его выкинул хорошенько. Бля, он меня да, я понял, я слышал, что он меня взрывать хочет. Но опять же, я не видел его просто. У меня была мертвая зона. Так, сейчас мы сделаем вот так. Ибо ты же хотел со мной то же самое сделать. Только сейчас главное, знаете, время не проебывать. А то пока он там среагирует, уже все. Мы просрем гол. Так, почему-то только этот Play Random играет, а музыка нет. Так, сейчас. Нормально, можно, можно успеть. Ну, блядь, ну, да ну нахуй, ну, Джонни, блядь. Это так тупо. Блядь, там, ты еще рофлишь? Ладно. Надо было его толкнуть как-то. Хорошо. Я вот, я просто, я не знал, я попаду по мячу или нет. Потому что, да ебать. Вот реально, вы сейчас будете видеть очень много всякой хуйни. Просто банально, потому что я не понимаю пока что камеру свою. Сейчас я попробую сбить, отлично. Ебать еще, случайно. Это же дабл тач называется, да? То, что у меня там случилось, случайно.
от его башки туда и еще полетел вперед. Ну, кстати, приятненько было. Очень приятненько выглядело это все. Бля, тихо, я знаю, что это... Блядь, ебать хуйню сделал, Джонни, ебать хуйню сделал. Вместо дэша сделал... Подожди, я понял, почему это случилось. Короче, я все-таки думал, что поменяв Dead Zone и Сенсу на Xbox контроллере будет нормально, но нихуя. Я, короче, обратно на DualSense перейду, потому что... Я почему... У меня конкретно почему-то так. У меня именно на Xbox контроллере у меня дэш... Бля, очень тупо. Давай, я, кстати, по-моему, прямо сейчас могу заменить быстренько. Это неплохая идея, нормально, все, заменил. Сейчас у меня, наверное, даже будет поприятнее, блядь, ебать. Видали, как отклонился, охуенно, да? Сосочек чувствую, вообще идеально. Тут на самом деле надо было мне подпрыгнуть, чтобы у нас рикошет был не такой неприятный для меня. Да, это нормально. Вот это хорошо. Все, давайте в том же темпе. Правда, блядь, мы туда-сюда накидываем. Мне это вообще не нравится. Как будто сенсу мне надо. Да, вообще, блин. Контроллеры разные, сосочки вообще по-другому чувствуются. Я сделаю вот так примерно. Блять, а что у меня? Надо будет поменьше сделать. У меня, мне кажется, слишком сильная сенса. Бля, вот здесь мог. Но почему-то не сделал. Почему, не знаю. Ладно, давай. Хорошо. Не проеби, Джонни. Ну, блядь, проебал в итоге. Ну, сука. В итоге проебал. Надо выбить, чтобы у него не было хорошей позиции для этого. Блядь, сука. Все-таки взорвал. А он успеет? Успел все равно, сука. Ладно, у нас еще есть в рукаве еще одна фора небольшая. Небольшая фора у нас есть, поэтому ее главное не просрать. Хорошо. Подожди. Хорошо. Но я тачку не сконтролил. Тут могло вообще не повезти, если бы... Мне просто повезло, что тачка упала так, как я хотел. Но, да, мне сенсу надо, наверное, нужно будет поменьше сделать. Я не знаю, зачем я делал повыше. Что за тупой удар был? Оп. Хороший рикошет. От него можно вот так... Пум. Если бы ударил бы чуть ровнее, это было бы прям гол. Но, увы. Не даем шанса. Отлично. Просто играемся с мячом. Выигрываем время, так сказать. Ебать, видали, как Папингон странно вообще отрикошетил? Все, отлично. АП! Все, ладно, выключаю АП. Блять, сука. Ёбаный коучис. Так, ставим галочку здесь. Все. Вот это мне нужно было. Спасибо, музыка наконец заиграла. Под эту музыку я буду ебашить. Я сделаю в Controls. Я немножечко сенсу поменьше сделаю на двоечку. Я надеюсь, это мне не помешает. Едем дальше. Так, отлично. Поехали. Надеюсь, тоже выиграем. Бля. Я вот не увидел, он поехал или нет. Ой, очень плохой рикошет был. Хотя можно... Блять, вот я не знаю, как тут можно было быстро вывернуть. Наверное, каким-нибудь разворотом крутым. Ой, бля, какая музыка пошла нахуй, я ебашить буду. Ай-яй-яй, драм н бейсик, ебаный, блядь, его в хуй. Ой, блядь, у меня мурашки пошли, сейчас я реально... Ебать, музыка пошла нахуй. Я знал, поэтому я решил чуть выше так прыгнуть. Но, блядь, ну я ему просто подарил гол. Я ему подарил этот ебаный гол. Ладно, сейчас нормально. Ебать, пошло добро. Давай, нахуй! Должна быть победа. Сегодня должно быть просто две победы подряд. Молодец. Очень хорошо вывернул мяч. А я очень тупо ударил. Очень тупо. Ладно. Не сдаемся. Ой, подожди. Хорошо. Я лучше за нитро поеду. Еще взорвем его. На, нахуй. Плохо, Джонни. Я просто боялся высоко ударить. В итоге ударил настолько низко, что... Так, нитро не... Блядь, взял? Что? Задефает. Еще и задриблит. Блядь!
Ой, очень плохо идет. Очень плохо, ребят. Пиздец, плохо. Ладно, я постараюсь хотя бы сравнять. Надо было фликануть, а не в тупую ударить. Я не могу на это смотреть. Я не могу на это смотреть. На это больно смотреть просто. 0-4. Ну, я верю в комбочную. Что даже, блядь, с новыми настройками я смогу выиграть. По такую музыку, блядь, проебать грех просто, мне кажется. Давай ударь. Угу. Блядь, очень тупо. Вот видите? Я ударил так, что... Еще в это врубался. У меня тачка типа врубалась в геймплей. Да ёбин-бобин, сука! Ну нет, пожалуйста, хватит меня ебать в очко. 0-5. Сука. А как треки свечить? Я бы свечнул трек. Давай. Ладно, мне кажется, сосредоточиться чуть-чуть надо. Блядь, Dirty Play, точно! Как я про него, блядь, не вспомнил? Нихуя он отбил! Ебанушка? Я не пойму, реп... Неужели меня два геймпада заело уже? Понял, отобьет это по-любому. Хотя... Хорошо. Все, с этого момента, сука, я камбэчу. Только, блядь, под другую музыку можно? А, во. Так. Все равно, сука, на... Блядь, он ударит. Блядь, я знал, что, сука, он вот эти, вот эту хуйню делает. Почему я не ударил выше? Не отбил выше. Бля, на самом деле, я, знаете, я на следующий киков я приторможу чуть-чуть. Ой, бля. Это пиздец. Так. Не успел фликануть. Так. Но он отобьет же это, он же и... Почти. Хорошо. В том же темпе продолжаем. Блять, если я сравняю, это будет очень круто. Если я хотя бы сравняю, я про победу не говорю. Если я просто хотя бы приближусь к этому количеству мечей. Да хуй там плавал. Блять, он еще с собой помешал. О, спасибо. Бля, это вообще гандик был бы реально, если еще это ворота залетело бы. Бля, что тут? Ну ладно, я хотя бы просто... Я хотел выровнять мяч. Я просто хотел выровнять мяч. Но он хорошо от угла, на самом деле, полетел. Блядь, у меня как будто дэш не работает, что за хуйня. Я делаю прыжок, а не дэш вперед. Бля, я так надеялся, что у него как трамплинчик будет тачка. Так, полети. Я просто не лечу, потому что у него... Бля, ладно. Парашют? Бля, ебать, ты задефал! Это было хорошо. Спору нет. А как насчет вот так? Потом вот так. И мы... Блять, отдаем тебе мяч. Сука, зачем? Ладно, молодец. Молодец. Ну, явно скиллове, парень. Явно скиллове. Ну чё, я пососу, блять, пока. Ничего, сука. Я, блядь, я буду ебашить до посинения, чтобы скилла ухапнуть. Блять, у меня тачку накренило просто влево.
меня реально тачку просто влево накренило. Это пиздец. Ладно. Ой, блядь, посмотри, как он хорошо просто тачку, ну, типа, ставит, что она прям, ну, идеально, короче. Оформим три гола. Это очень тяжело будет. Но кто сказал, что это невозможно? Я чуть не нажал форфейт, блядь. А, ебать, долбай. Это просто... Знаете, какой смех был бы, если бы я случайно сдался? Ай, блядь! Если бы я тут выиграл бы время... Один гол. Один гол. Это было бы просто охуительно. Это было бы просто великолепно. Одного гола не хватило. Может быть, если бы я предпоследний момент бы я бы забил, я бы выиграл бы немного времени, и было бы хорошо. Но мне очень тяжело пока что. Я понимаю, что я сейчас вообще еще хуже играю, чем играл раньше, потому что у меня новая камера, мне нужно привыкать. А потом я еще и бинды поменяю, там вообще пиздец будет. Но давайте я постараюсь пока что привыкнуть к камере, а потом уже перейдем на настройку биндов. Там уже сделаем все по-другому. Спасибо, ребята, огромнейшее. В любом случае, еще раз благодарю тех, кто поддерживает ролики по Rocket League, потому что это самая такая, ну, одна из непросматриваемых рубрик на канале, но мне просто нравится играть в Rocket League. Она вот так, не знаю, волнами идет. Не знаю, я вот сейчас вот тут на этой камере играю, и я чувствую как бы больше вовлеченность в геймплей. Я больше динамики чувствую. И вот я люблю же очень быстро там, типа, вот это все. И оно как бы очень хорошо. Правда, на высокой камере больше информации, и как-то легче контролить игру. Но я научусь. Я буду играть, я научусь. Спасибо за просмотр. Скоро сделаем продажу кредитов дешевле, чем в самой игре. Поэтому ждите, обязательно анонсик будет. С вами был FlageGay. Всем удачи, всем.